плюс контент. А может, вам напротив ЦУМа лучше будет? Давай, каравай. Каравай, ты умеешь фотографировать? Чтобы это, в айфоне рамка. И вы прямо вот так вот щелкаете, чтобы ужить. И чтобы ноги руки не отрезали. Беги. Ну, это, кстати, жестко было бы. Это было бы жесткий контент. Если бы реально взять, убежать. Только хорошо фотографируй, хорошо. Поближе, несколько ракурсов, несколько вариантов. Тупо бесплатный оператор. Нашел батю жену. Моему папе нужна мама, блин. Это жестко. Менты? Где менты? Винтов пока нету. Все нормально. Я закажу... Нормально фотографируешь, точно? А? Нормально фоткаешь? Да, я помню. Давай. Здорово. Стрим-снайперы. А, просто? Я не понял, он типа просто в камеру помахал или он узнал? Он узнал. Точно? Мне кажется, он просто увидел камеру, такой, здорово. Ну, мне так показалось на секунду. Подойдет точно? Да. Все. Да не, не надо. А не, мы сами себя снимаем. Спасибо большое. Слушай, блин, так где было номерочек оставить, наверное? Так ты, не, подожди, ты сделал самого себя по фотку, надо было номерочек оставить. Блин, Витек нахуй ебанулся. Почему нет? Ну, да прикинь, прикинь, какая она опытная. Да, блин, куда ты меня... А, бля, кстати, реально, может, это типа был пикап-лайн от нее такой, может, вас снять? Может, она хотела к нам в тусу влиться? Я, кстати, вот реально, может, прикинь, вот это реально была многоходовочка такая. Ну, он сидит на фотке играет. А? Он нас смотрит. Иди сходи, спроси, как вам мои фотографии. Ты точно себя сфоткал? Да, разобрался. Реально? Иди спроси, как вам моя фотография? Кровать, блядь, это охуенно будет. Бля, не, подожди, то есть сам себя ты сфоткать не забоялся, а подойти спросить? А? Прижите, наебаны, пошли лучше что-нибудь другое. Так это контент. Это не, подожди, ты хочешь много онлайна, ты хочешь контента? Это же охуенно. Да, пошли лучше. Так она позитивно, она же позитивно реагирует. То есть, знаешь, я тебе говорю, стрёмно подходить, когда, знаешь, типа негативно реагируют люди, она же позитивно реагирует. Да, похуй, Витёк. Да не, просто. Не, можем, не, подожди, она... Она стоит там, игрок, к ней можешь подойти, что-то еще замутить. Не, хорошо, не про фотку, просто спроси что-то. Что спросить? Познакомься, попробуй с ним познакомиться. Ты спроси, сколько я лет, типа, есть ли у вас муж? Нет? Это точно не, брат. Надо еще, надо другой вариант. Ты не по милфам? Другой, нет. Как? Ей лет 40? Ну да, ну, блин, ну. Еще. Не, ну вообще она довольно взрослая. В смысле, она взрослая? Дмитрий Рекс пишет, каравай гоу. Димон, давай сам прилетай, козел старый. Девушка, извините, а вас можно секунду отвлечь? Нельзя? Ну. Все, ЧСВ, все. ЧСВ, ЧСВ, ЧСВ. Закругляемся нахуй. ЧСВ. Че хотел мне спросить? М? Че хотел спросить? Спросить, как мальчик вам? Бля, Витёк, не надо так точно делать, да? Я не хотел его предупреждать. Галки надёргать. Кто именно из них? Не, подожди, если здесь будут галки, это же будет контент. Принька Галкину можно реально какие-то вопросы позадавать про Аллу Пугачеву. Типа. Извините. Как его зовут? А, Максим Галкин, извините. А вы знали, что когда Алле Пугачеву было 25, вам было 0? Это хрен же было? Чё, бля? Чего? Чё, вообще ёбнулся, нахуй. Он меня с ноги вырубит отсюда же, нахуй. Да нет, там реально Галкин шел, подожди, кто тебя вырубит? Ну, как бы в игре, естественно. Сколько тебе лет? Сколько тебе лет, Крой? Мне 28 сейчас. Я успешный предприниматель. Кто? Предприниматель. Не, подожди, а чем мы стоим и ждем? Мы типа ждем реально, пока кто-то выйдет сумками из суммы, ты типа подойдешь, типа с двух ног летаешь или как? Ну, в плане спрашиваешь, вопросы какие-то задаешь. Да хуй знает, ты персонал делал. А? Какая-то хуйня, нет, без рук. Нет, ну почему? Ты можешь подойти вот... Людей нет вообще. Ты вообще, не знаю, говорю, ты можем попародировать типа дымохода. То есть ты можешь к любому подойти и спросить про шмот.
к любому. Напишут, что чел с дымохода только шел. Да мы дымоходы уже видели, не знаю, дымоходы спрашивать нечего вообще. Дымоход мы подойдем, он сразу скажет, заводной Макс, заводной Макс. Инстаграмчик. Не, ну ты говорю, Карвай, я тебя на самом деле сильно не хочу на что-то байт, типа, если некомфортно, можешь пойти просто прогуляться. Нет, не ну просто лучший контент это кринж, ты говоришь, тебе будет кринж, но по факту кринж это лучший контент. А? Все. Вот, девочка, все, подойди. Все, уходим, да. Подойди, подойди, девчонка. Чувак, а не видишь, у нас камера, значит, мы популярные люди. Посмотри, как мы одеты, блядь, мы одеты как боги. Ну, то есть, реально, ты понимаешь, я понимаю, мы бы были какие-то бомжи с двумя людьми онлайна, понимаешь? Ты не оцениваешь свою, понимаешь, силу. Куда они ушли-то? Все, Витёк, проехали. А вон они все, стоят, проехали, они стоят, все, они Диман, стоят. Все, проехали, все. Подойди, спроси про шмот. Скажи, девчонки хорошо одеты. Смотрит меня, ну, хорошо мне меня. И все. Что? Ну все, вот. Все, вот. Пошел. Давай. Все. Шутка жесткая, да? Ну хуя ты разводишь жестко, кстати, я реально поверил на секунду, обалдеть. Как ЧБ одет? Я охуенно одет. Видал, блядь? Ой, нихуя перевернулась. Мы, че, мы долго стоять на одном месте будем? Походу, да. Как-то было. А? О, давай, иди сюда. Да, давай, давай, давай это лук реально оценим, хочешь? Не, хуйня, сейчас давайте. Не, почему нормально? Я куплю шмот и давай. А чем ты занимаешься, что ты в ЦУМе можешь покупать вещи? Я? МТС работаю. Ни хрена? Ты там тарифчики оформляешь, да, дополнительно? Так, подожди, а у тебя Джордан, вот сколько Джорданы стоят? Джорданы прикольные. Я на маркете брал за 18. Ну вот, Джорданы прикольные. Штаны, наверное, Зара, да? Да. Ни хера я шарю. Тут обладаю. О, обладай. Ну, так, блин, так нормально одет, прикольно. Что ты говоришь плохо? А что ты сейчас в сумме планируешь купить? Короче, почему, блядь, я на твоем стриме делаю интервью, я не понимаю. Давай, спрашивай. Я не знаю. Все. Как вам ТС работает? Где Слава, говорит? Слава дома спит, наверное. Может, увидишь, когда приедет сюда. Ответил Петра Слава? Нет. А в Москве же? Ты в Москве живешь? А что, покупать собираешься? Я хочу сушку себе. А в сумме есть дешевый шмот? Или типа это все очень дорого будет стоить? Плюс бонусные рубли. От рублей, которые в сумме заряжают бачки. О, нормас, нормас, нифига. А все рубли? Да, сколько с собой можно? Я шел вон оттуда, думал, блядь, это нормально. Потом понял. Сфоткать? Я лучше не понимал. Ну, давай, сфоткаю. Давай, вот, давай, что это? А ты только Карвая знаешь? Да нет, я всех знаю. А вот это знаешь? Это Серёга писал. А, это Сава? Да, категория, сори. Сава, сори, что тебя не узнают. Да ладно! Меня на самом деле многие не узнают. Да, Сава, ты извини. У меня онлайн небольшой просто. Не, ну и я мог кровать. Ну давайте фотографируй, я в два телефона держу, в два ствола работаю. О! Ну, вроде нормально. Серег, красава. Да не за что. Спасибо большое. Да не за что, давайте. Удачных покупок. Спасибо. Знаю тебя. Эдолон, Бустер. Это как бы Дина Шенгин, вот это вот. Кто? Ну, вот это. Дина Бомбина. Потом Генсуха. Там не будет ничего говорить. Ничего. Спасибо. Генсуха и это еще. Ванька Срок, знаешь? Тёмка. Вот, да, она. Фига себе, чёлка, а что так грубо? Девочка. Ну, по сути, он исправился, красава. Исправился. Тёпа исправил. Ой, Серёга. Всё, да, давай, да, хорошего тебе этого. Да. Всего там. Да, и убежал. Хорошо, да, хорошо. Да я шучу, блядь. Говорит, цепочка. Девчонки, те же самые. А? Те же самые девчонки сзади, смотри. Те же? Да, они смотрят. Так идём, идём, подойдём. Пойдём, подойдём. Все, развернулись. А? Пойдем, подойдем. Да похуй, блядь, чувак, мы популярны, блядь. Нам все телки должны давать сразу. Пойдем. Витёк, ты меня сейчас опять одну оставишь? Ладно? Дима говорит, Витя, го. Диман, смотри, я как бы считаю, что все-таки на стриме Каравай должен завозить Каравай. Я на своем буду завозить. Я согласен. Поэтому давай, Каравай, пойдем. Если ты меня сейчас опять девчонками оставишь, что мы делать надо? А? Нет, сейчас я не оставлю, вдвоем будем. Что, вдвоем будем? Нет, так я говорю, я типа твой оператор. Ты можешь сказать, что ты типа... Нет, ты можешь так подойти и сказать, типа, ты популярный стример. Блядь, ты чувствуешь, что... Ты ведешь... Нет, почему? Хорошо, не говори, что... Типа, ты говоришь, ты ведешь прямой эфир, сейчас смотрит 4000 человек. Типа, ребята в чате хотят сказать привет, типа, и давайте... Типа, у нас отель. Да, отель, можешь адрес отеля сказать. Сразу.
Типа, если желание, провести время хорошо. Бля, Витёк, это точно будет вообще пиздец. Не, почему? Так так и скажи. Так так это и работает, кровать, ты не знал? Ага, я... И чё ты думаешь, какая реакция будет? Реакция? Она тебе номерочек свой оставит. Подожди, у тебя сколько в ТикТоке? 200 тысяч. 200 тысяч? В Инстаграме? 200 тысяч. Чувак, ты знаешь, что за такие цифры девчонки делают? Не знаю. А? Не знаю. Ну, сейчас узнаешь, пойдем. О, предложи... О, ТикТок снять совместно. Скажи, да, типа, да, они, симпати... ну, они симпатичны? Не, просто если они симпатичны, то можно и ТикТок придется совместно. Просто. Да, да, кстати, нормально. Нет, ты можешь подойти и сказать, типа, сними ТикТок, а идея ТикТока, типа, а-ля... Ты к ним вдвоем подходишь, обнимаешь их, короче, за плечи, говоришь, типа, ребята, приезжайте в Москву, здесь все возможно, вот так вот. Еба, Витёк, это самый лучший Инстаграм, ТикТок. Ну, ну. Что, ну? Ты пойдешь? Я, ушел, я твой оператор. Блять, понятно, кровать за спину мою смотрел, ждал, пока они уйдут, короче, тянул время, они свалили просто. Не, а куда? Я... Пусти, пусти, короче, а где они? Не, подожди, а кто вообще был, я не знаю. Так их вообще не было, что ли? Так нет, я даже не знаю, про кого мы говорили, если честно, я же спиной стоял. А? Я же спиной стоял, даже не знаю, про кого ты говорил. Так они ушли уже, все. Все, Витёк. Все, Витёк. Витёк, ладно, блядь, понимаю. Кровать, 4К онлайна ждут от тебя 10. Шутки надо? Давай, короче, смотри, задача типа а-ля пикап-тренинг. Ты подходишь к какому-нибудь девчонке, которая тебе, ну, там, более-менее внешне нравится, и предлагаешь ей заснять... И вы, типа, ну, давай, ну блядь, танцуете, ёбаный свет. Какой танец. Да, блядь, давай, да флаб. Любой! О, реально! У тебя, смотри, не, подожди, без шуток, у тебя 200 тысяч в ТикТоке. Ты так и подходим, ты показываешь свой аккаунт, и ты должен найти девушку, которая готова будет танцевать вап, и ты ее тегнешь. Это не работает. Не-не-нет, это охуенный челлендж. Реально найти девушку, которая готова будет ну, вам станцевать. Пошли, пошли. Нет, без шуток, это охуенная пошли, идея. Это реально охуенная идея. Типа это, ну прям, реально, я считаю, топчик. Блин, то есть мне нужно подойти и сказать, вы не хотите, типа, взять со мной ТикТок? Начиная с того, что мы ведем прямой эфир. Привет, типа, мы ведем прямой эфир, можете тебя на минутку отвлечь? Ага. Типа, если это интересно, она отвлечется. Если это не интересно, она тебя нахуй пошлет, и мы пойдем дальше. Вот. Если ей интересно это, соответственно, ты с ней уже завяжешь диалог, скажешь, что типа у нас сейчас есть типа челлендж, вот, ты говоришь, вот у меня в ТикТоке 200 тысяч, ты показываешь свой ТикТок, ты говоришь, что мы ищем девчонку, которая готова будет станцевать прямо сейчас вап на улице, и типа мы тебя отметим в ТикТоке, прям при тебе. И ты тут типа прям при ней, и ты прям... А? Нормально не упадем грязно. Ну, вот так просто, на ветру. Ну, ну, короче, не обязательно, ну, что-то станцевать, не обязательно вап, ну, или подобие вапа какого-то. И ты прям при ней, типа, выложишь это в ТикТок и ее тегнешь. Прям при ней. Это реально охуенная идея. То есть, во-первых, это сейчас будет нам контент на стрим, типа, мы будем пока искать, это уже мы несколько подходов точно сделаем. Какой танец, ребят, давайте, у вас вы по-любому знаете. Да вап, вап. Ну, бля, просто тут грязно, она не упадет. Хорошо, вот трава, справа. Это газон нельзя. Чувак, давай. Вообще, ты должен подходить чисто ко всем подряд, потому что если мы будем к одной девушке за полчаса подходить, то мы так точно не найдем, потому что, типа, ну, девчонку тоже надо найти раскрепощенную, потому что не все готовы будут этот вап на улице танцевать. Блин, девчонки, я сейчас веду прямую трансляцию, у меня идет прямая трансляция. Что дальше? Типа, привет, девчонки, у нас сейчас прямой эфир, можно вас на секунду отвлечь? Соответственно, если им хоть немножко это интересно, они отвлекутся. Смотри, если нет, ну, блин, говорит, я говорю, я сейчас у Цумы девки спросил, типа, можно отвлечь на секунду, блядь? Она сразу, она тупо, блядь, через Свешенса проигнорил. То есть, если через Свешенса, ты это увидишь. Короче, говорю. Ты увидишь позитив в глазах женщины. Ну? Девчонки, я сейчас иду прямую трансляцию. Не против, если я вас отвлеку на пару секунд? Минут. Да, да. На пару минут. Подожди, а дальше что ты будешь делать? А дальше такой говорю. Ну, смотрите, вот такая... У нас сейчас челлендж. Мы пытаемся найти девочку, которая готова будет снять вап на улицу. У меня в ТикТоке 200 тысяч. Давайте мы с вами, если вам это интересно, вы снимите этот челлендж сейчас на улице, здесь вап. И мы тебя отметим. Давай. Ну, давай, вдвоем можешь снять. И типа мы тебя отметим, тебе в ТикТок. Бля, чувак, у этих телок, у всех там, не знаю, 1000 подписчиков в ТикТоке, они мечтают хотя бы о 10. Типа они, у тебя 200к, это много, это много. Мы туда будем стоять или лучше пойдем в ту сторону? Просто как-то маловато трафик идет сюда. Ну, вообще можно попробовать на красный, но на красный, мне кажется, больше туристов, нежели девушек. Так ты к любым подходи. Нет? Ну, я, блин, честно, я хочу... Не, ребят, вы тоже поймите правильно, что, блин, проблема в том, что сейчас не выходной, и вот я как бы, вот я вот прям сейчас, например, мало целей вижу, кому можно подойти. Если честно признаться, я вообще не вижу, кому можно было подойти. Уж подходить там к 35-летним, они вряд ли танцевать будут. Ой, Алла Пугачёва идёт. Где? Ебать, затроллил. Витёк, ебать,
затроллил. Ой, да, я прям поверил. Алла Пугачева, она сюда бы заехала бы на гелике, бля, она пешком бы не шла. Давай, идем в сторону, идем в сторону красной, идем в сторону красной, и к самой-самой-самой первой молодой девушке ты сразу подходишь. Не, Карай, тебе сразу говорю, что тебе нельзя медлить, потому что... Чат негодует. А? Чат негодует. Да не, дело даже не в том, что чат негодует. Если мы будем подходить к одной девчонке за полчаса, типа, мы нихуя не сделаем. То есть ты должен подходить... То есть, понимаешь, на... Я сейчас веду, у меня идет прямая трансляция, вы не против, если мы будем сегодня? Смотрите, у нас сейчас челлендж такой проходит. Мне нужно... Знаете, что такое ТикТок? Вот, мне нужно для ТикТока... Давай, говори, что ты стесняешься? Мне нужно для ТикТока снять танец. Можете вы в этом мне помочь? Да. У него, смотрите, вам интересен пиар ТикТока? У вас есть ТикТок у самой? У меня был ТикТок. Вот. Я, знаете что, я сейчас тоже пробую, на другой. А вы тоже стримите? Нет, мы не шарим, сейчас, ну... Зловосим, да? Только вы посмотрите, как Таня чувствует. Мы на самом деле не шарим, мы уже заканчиваем. Вы тоже мне поможете тогда. Да, без проблем. Так, а вы где-то сейчас прямой эфир ведете? А? Не-не, я только в Инстаграм, а так, ну пока. Да, сердечки не буду вам ставить. Почему нет? Не заслужили еще? Так, ну покажи свой ТикТок, покажи, сколько у тебя подписчиков. Да это вообще не важно. Да конечно. Заебал Витёк, блядь, какой козёл. Нельзя материться, знаете об этом? Да конечно нельзя, общественное место, каравай вообще-то. Да, общайся уважительно. Согласен, простите. Ну, каравай, действуй. Я оператор. Ты вам показываешь? Просто первое. Сейчас. Ну все буквально так. Ага. А, это мне надо так. Ну, да. И мы вас отметим, у него 200 тысяч подписчиков. Ага. И вам тоже аудитория придет. А-а-а. Можем Инстаграм ваш указать, если вам Инстаграм больше нужен. У него в Инстаграме тоже 200 тысяч, можешь показать. А-а-а. Еще и в чат ссылку скинь, сейчас 4700 смотрят. Вот, все. В чате пишут, чтобы вместе танцевали. А ВАП можем вместе станцевать? Да можно, но просто... Как... Давайте сначала, наверное, вы начнете, а потом, если хорошо пойдет, то можно вдвоем. Нет, там просто ВАП. Тут просто мы не упадем нормально, понимаешь? Да нормально, Карай, давай снимай ТикТок. Чего? У меня камеры нету. Ну решай вопрос, блин, ну кровать, что ты... Что это за хуйня реально, стоп? Димон, может, тебе помогут. Да, у человека 200 тысяч подписчиков в ТикТоке, у тебя не работает камера? Сейчас все будет, да. Не, ну я могу свой телефон дать. Сейчас все будет, да. Не вручи, Вить. И не матерись, кровать пишет, да, веди себя уважительно. О, все, работает. Вот видите, когда всё. Хочется, все заработает. Давай, всё. Кровай. Так, с какой у вас стороны? Вот оттуда или оттуда? Так, ну давайте, наверное, свет очень важный момент, поэтому надо, чтобы на меня падало. Да. Тогда мне на всю сторону. Да, обойдите. Так, а музыку... Так, вы по ракурсу пишите. Музыку нормально так? Я могу со спины снимать, в принципе. Да, ну вы посмотрите, как нормально. Всё, да, отлично вообще. Не, ну короче, еще один дубль, мне кажется, надо. О! Там же не попали, да ничего. Да можно несколько дублей. Чем удачнее будет, тем будет больше просмотров для всех. Давайте, ладно, еще один попробуем. Давай.
просто надо попасть, когда баб говорят, что это для вас. Бля, на самом деле неожиданно, что первый же подход настолько удачный. С нами ваб танцевать? Да, не, я хочу просто фоткаться, мне на опцию что ли. Давай. Блин, я чуть не упал сейчас. Нет, я чатил. Вот и сын пришел, пишет. Кеквейт. Кеквейт, ты со мной? Со мной, да конечно, давай, братан. Ну, можешь подойти, да, что делать. Кровать, сфоткайся с малым. Витя, это преподаватель. Танцев? Вы танцы преподаете? Или, подожди. Это все родителям спасибо. Сейчас трансляция на 5000 идет. Подойди, подойди, сфоткайся. Кровать, сфоткайся, Боринка. Своя школа изобразительного искусства. Ученики в чате есть, ребят? В историю? Да. Кажется, ну, лучше. Решайте сами, я откуда знаю. Давайте, наверное, но если Инстаграм, лучше в Инстаграм, да, историю. Давайте в Инстаграм. Так, теперь у меня вопрос, какой вы сотрудники. Спасибо маме за то, что водила на бальный танц. Спасибо моему преподавателю Адаму. В чате всем очень понравилось. Танцев, которые... Спасибо, да, я к нему ходила на джаз-пам. Что это за песня была? Это? Слава Марло. А почему она заиграл? Да потому что ТикТок открыл. Моя сестра подмянется. Вообще в чате просят еще раз попробовать вам станцевать вместе. Вместе, да? Давай, я подержу портфель, давай. У меня много вещей в портфеле. Я подержу. Я смогу и подержать, и поснимать, и... Давай, я многофункциональный. Нет, потом, да. Карвай, давай. В чате просят прям. Ну, еще одну историю в Инстаграм можно. Или если кровать ты снимешь, то вы можете это и в ТикТок выложить. Паша, говорите вашу историю. Витёк скрысил в плане. Вы же хотите контента. Витя крыса, да. Не знаю. Вообще, все, что сейчас происходит, это моя идея. Алло. Вы получили сейчас шикарный контент. Где вы последний раз подобный контент видели? Алло. Витёк, там сзади вон идет нормально. Еще. Сзади за мной? Ну подойди быстро тоже. Я хрен знаю, на кого он смотрит, я не знаю. Вот, смотрите, у меня у вас... Витя, топ, я назад оборачиваюсь, там, блин, бабка 60 лет идет. Спасибо огромное. Ладно, ребята, пятюня вам. Да. Пятюня тебе дают, кровать. Все, спасибо большое. Хорошего вам дня. Почему? Да, охеренный контент. Классный. А? Нет, на самом деле, я тебе честно хочу сказать, что... Да, я не ожидал, что, во-первых, с первого подхода получится, и я не ожидал, что она согласится, потому что ей сколько? Ну, там, лет 40, я думаю. Ей лет 40, и она согласилась. То есть, ну вот, так вот, я тебе говорю, так контент и делается. Чем больше ты подходишь, тем больше контента. Не, ну то, что с первого раза получилось, я охерел. Подожди, мы челлендж, получается, выполнили? Да. Так давай еще одну девчонку. Да. Надо найти какую-нибудь красивую, надо какую-нибудь красивую найти и тебе именно в ТикТок заснять. Да, давай. Давай, кровай. Найдите молодую, умоляю, пишет. Так, ладно, подожди, мы ее преследуем. Ну ладно, пойдем слева, давай слева пойдем.
В обратную сторону хочешь? Чё ты застремался? Нет, давай, короче, в другую сторону. Да подожди, так нам на красную надо. Побежали. Пишу, что ты не выложил в историю. Загрузилась везде. Она? Че, везде ты выложил? Так она вон, она стоит, слушает. Она стоит, слушает историю. Она смотрит, просмотрит. Зашло, не зашло. Ты отметил нормально? У него в инсте нормальные фотки? Изобразительное искусство. Ребят, кто хочет изобразительное искусство, переходите к маме на канал. Не, знаешь, мне такие моменты всегда нравятся, в чате пишут: мама, что ты там делаешь? Ребята, вы можете фул этого видео увидеть, блядь, в инстаграме, кому интересно, посмотрите, там вообще не знаю. Фул? Уже фул есть где-то? Да, я есть. Что-то, я что-то пропустил? Я уже залил фул, ребят, залетайте в инстаграм, знаешь, прям в инстаграм, да? Нижнее подчеркивание. Так. Бля, на самом деле, говорю, всегда со стороны, знаешь, так легче. Типа, мне в роли оператора больше нравится. Слушай, мне тоже будет нравиться у тебя на канале в роли оператора. Ну что ж, посмотрим. Да не, я вообще, кстати, готов дичь творить, мне вообще пофиг. Реально, могу залетать, подлетать. Главное, чтобы позитивная реакция была. По красной вообще. Да, что-то говном запахло. А? Мне кажется, сейчас ушка дует. Дует ушка? Кстати, в турнире у бустера и постримит Саринян. И в итоге ни того, ни другого не случилось. И я приехал, блядь, в Москву. Я есть, тупо минус 2 дня. Я, блядь, мог стримить Мункаст, отрабатывать рекламу, блядь, и все бы было шикарно. Я приехал в Москву делать контент вот этому шиглу. Да ладно, ты сам контент делаешь, братан. Ты такую мамочку зацепил. Не, ну, кстати, не, ну, она такая, ну, чувак, она нормальная для своего возраста была, нормальная. Типа, она ж, типа, ну, реально милфа. Ну, и вот она нормально, да, так? Да. Не, ну, кстати, я говорю, вот то, что именно она станцует, я реально... Я, блин, хочу от школьника увернуться, он на меня, бля, бежит. Если что, осуждаю. Не, реально, я хочу от него вернуться, он на меня бежит, блядь, со стаканом. Чувак такой, Олег Монгол уменьшенный.